Жоао Марио делает шикарный навес во вратарскую. И Криштиану Роналду выпрыгивает. Он даже не выпрыгивает, он влетает в эту вратарскую и идеально бьет по мячу. Но тут в данном случае просто мастерство Роналду сделало все. Жоао Марио, у него была возможность даже разбежаться от входа в стадион, чтобы сделать подачу. Бельгийцы на своей половине поля, португальцы позволяют слишком многое.